Маша Распутина признается, что ей надоели сравнения с Аллой Борисовной Пугачевой. Распутина решила расставить точки над «и». На днях Маша Распутина отметила 59-летие. Сейчас исполнительница отошла от дел, а ведь когда-то она была одной из самых популярных певиц на российской эстраде, которую сравнивали с самой Аллой Пугачевой. В программе «Ты не поверишь» на канале НТВ Маша Распутина заявила, что она всегда была талантливее Аллы Пугачевой. «У меня неповторимый голос, я владею несколькими техниками пения, а Пугачева только одним». Маша признается, что они с Аллой Борисовной никогда не были подругами. Более того, Пугачева завидовала, что Распутину назвали секс-символом. «Я супер-певица была, супер-артистка на эстраде. А то, что я обнажила свои красивые ноги, так это я обладаю хорошим вкусом», отметила Маша Распутина в эфире на канале НТВ. Друзья, если понравилась статья, не забудьте подписаться на канал. Всем удачи, всем пока!